счастливой звездой. Итак, 14 июня, среда. Благоприятный день для обсуждения важных рабочих тем. Однако, может быть, сложно достичь договоренностей по материальным вопросам. Овны, будьте готовы пересмотреть свои планы по расходам. Близнецы, выполняйте обещания. Раки, сосредоточьте все внимание на долгосрочных проектах. Вы сегодня важно проявить находчивость. Девы, вас ждет приятный бонус за прошлые заслуги. Весы, приготовьтесь оперативно действовать в непредвиденной ситуации. Скорпионы, в эту среду окружающие могут стараться. Приложите немного усилий, и вы станете настоящим авторитетом для вашего поколения. Захотелось просто раньше сказать тебя. А водолеи, домашние заботы потребуют от вас максимальной включенности. И рыбы, не соглашайтесь на предложения, если они вас не устраивают. Александр, не хотите ли вы немножечко рассказать о спорте? Как вам такое предложение? Я всегда настроен. Устраивает? Давайте, безусловно, сделаем это. По утрам только на Ретро-ФМ. Глобальный гороскоп от Павла Глобы.